друзья! Привет! Сегодня наше обещанное видео про лизуны. Мы будем сегодня делать два эксперимента. Первый эксперимент – знаменитый клей Elmer's. Будем сравнивать с другими клеями, которые продаются в Америке. Вот этот, второй по популярности клей в Америке – Crazy Art. Он намного дешевле, чем Elmer's, но претендует быть от того же качества. А вот этот клей мы купили в обычном супермаркете. Это линия магазина Фридмайер. Для этого у нас есть одинаковые тарелочки, такие мерные, и вот такие отдельные у нас измерительные крышечки, чтобы измерять загуститель. Загуститель мы будем использовать Tide, вот такой. Специально купили прозрачный, бесцветный, чтобы не испортить. И будет у нас обычный, простой, самый-самый простой лизун, который можно сделать из клея. Да. Приступаем? Да. Наливаем вот до этого ребра для клей. До этой линии маленькой. Да. Так. Отмерили. Теперь мы наполним по 15 миллилитров вот эти крышечки. Так, отмерили мы тайт загуститель. Да. Разбирайте аккуратненько. Центр тебе и Никита. Мне, по-моему, наливать? Давайте первый начнет Никита наливать. Сначала половинку всего, что есть, у тебя вылили, потому что вдруг будет слишком много. Да, выливай половину. То, что у тебя есть, выливай. Еще, Ля, еще. Еще. Все. Хватит. И теперь пытайся размешать это все. Давай. Вау! Не разлей, аккуратно. Да, я буду тебя держать. Становится гуще. Да. Очень. Ну, уже это хорошо сворачивается, да? Да. Так, это у нас клей из Фридмайера. Я весь. Выливай. Ну, это не загуститель, а отгуститель. Нет, сыночек, это загуститель. Никита, получается, здесь слишком много мы налили. Давай, переливай сюда, чтобы лучше мешать было в другую тарелочку. Ау! Перекладываем. Сыночек, очистим. Так, я думаю, что нужно еще загуститель. Лить, получается, 15 миллилитров мало. Давайте я еще 10 вот тут налила. Лейка чуть-чуть, да, наливай. Весь, я не знаю, можно или нет. Нет, еще. Еще немножечко. Да, вот так, все. Давай, ты пока замешивай, а мы к Лизе перейдем. Посмотрим, что у нее будет, Лизочка. Давай. Я думаю, что ты можешь смело это выливать. Все? И замешивать. Сразу. Да. Выливай, все. Ой. Никите мало было. Ой, это круто выглядит вот так. Это как будто какая-то еда, только не совсем. Сметана с чем-нибудь, с маслом. О, точно, сметана с маслом. Смотрите, у Лизы сильнее загустилось намного. Посмотри, чем у Никиты. У Лизы уже прям такой это хороший получился. А у Никиты получается что-нибудь? Никита тает. А у Никиты ничего, да, не получается? Да. Ну, у Никиты получается, но хуже. У Лизы выглядит так, что мы чересчур много налили даже, да получается? Да, прям уже готов. Посмотри, какой этот хороший. На маршмеллоу похоже, расплавлен. Так, наверное, надо отлить, получается, эту жидкость. Мы слили у Лизы весь лишний этот загуститель. Давай вот сюда переложим, чтобы удобнее было замешивать. Ого! И вот этот клей какой-то совсем прям сразу резко стал слаймом. Получается, что он дешевле где-то в два раза Elmer's. Но, возможно, это даже очень неплохой клей для лизунов. Так. Вау. Он плохо промешался, но его надо промешать хорошенько. Слушай, ну вот это уже мне нравится, лизун. Такой. Это круто. Хороший прям. А, можно я? Да. Может быть, зря Лизка, кстати. Не, мам, видишь, некоторые кожа у меня там. Еще, да? В итоге мы замесили лизин слайм и даже убрали лишнюю жидкость, было слишком много. И вот у Лизы получился слишком жесткий. Он сразу сворачивался. Но это крема надо. Это пути. Ну, если сюда крем добавить, он будет хороший. Ну, да. Ну, это просто клей загустить. Мам, он уже... Давай я тебе дам крем, ты сюда нальешь крем. И пока мы будем снимать остальных, ты будешь смешивать его с кремом, он станет мягким. Угу. Ты чуть-чуть окунай и замешивай. Он станет мягким скоро и будет пахнуть хорошо. Давай посмотрим, что у Никиты все-таки. Ты думаешь, побольше загустителя? Мне кажется, дело не в загустителе, а дело в клее. Да, оно тает из-за клея. Смотрите, он какой. Оно смешивается просто с ним. Не, может, руками можно что-то замесить? Я не знаю, потому что он с рук соскакивает. Так, сейчас Соня попробует Никитин замесить. О, здесь так много воды вылазит, видишь? Оно капает прям. Слишком много загустителя? Да. И жидкости. Он вообще в нем воды было много, да? Давай-ка переложи Никитину тарелку вот сюда, пусть он... Соня, я тебе советую сразу все не выливать, а по чуть-чуть добавлять. Вдруг, а то как у Лизы будет жесткий. Я по чуть-чуть буду добавлять. Вот так. Перешли к Elmer's. Клею. По идее, это должен быть самым лучшим. Потому что говорят, что это самый лучший клей для лизунов, для слаймов.
Так. Соня решила перелить в больший контейнер. Вот так. Так. Уже получается. И выглядит такой мягкий, не как у Лизы. У Лизы сразу дубовым стал. И последние капли. У Лизы совсем мало надо было загустителя в тот клей. Я в руки беру. Нет, я думаю, что нужно еще загуститель добавить. Нет. Нет? Я хочу немножечко размять руками сначала. Хочешь испачкать руки сначала, да? Нет, я хочу сначала размять. Смотрите на это. Она работает ведь. Да. Лиз, ты добавила много клея? Ух ты, какой хороший! Слушай, с этого с кремом прям совсем у Лизы хороший стал, да? Угу. Соня долго месила. Мы еще немножко добавили чуть-чуть загустителя. Дай посмотрю. У Сони вот такой получился, он самый хороший. Смотрите, он тягучий и не рвется, да? И он чуть-чуть прилипает. Может, еще надо добавить? Нет. Оно отлично. Да? Да. Смотрите, какой получился. Классный, да? Он такой резиновый, прям то, что надо. Вот этот, Лизочки, он по-прежнему остается немножко жестковатый. Лиза добавила в него крем, и он благодаря этому стал тягучим. А, вот рвется он все равно, да? Да, чуть. Если резко, он очень сильно рвет. Так, а вон у Сони. Тянется и не рвется, да? А, рвется. Если слишком быстро, но все равно оно не так... Ну... Более эластичный, да? Да. Да. Ну и что уже с Никитиным? Нет. Что с этим делать? Короче, Никитину мы пытались замешать, но это бесполезно. Она, посмотрите, она на какие-то кусочки прям распалась. Да, слизь. Оно что-то тает и не тает. Короче, слизь не получилась, да, из Никитинова. Выводы. Это не годен. Вот этот клей Elmer's хорош для слайма. Вот этот тоже можно использовать, только будьте аккуратным и наливать очень мало загустителя, но в принципе тоже хороший. Это, возможно, даже говорит, что здесь больше вот эта концентрация, да, веществ, которые нужны для слайма. Поэтому вот это тоже хороший. Сонин клей получается оптимальный. Он посередине между Никитиным и Лизиным. Он не получился жестким и не получился очень жидким, а получился тягучим, хорошим. Это отличный клей. Даже крема не нужно добавить. Да, он даже без крема мягкий. Смотри, классный. Всем нравится. Очень хороший получился слайм. Да. Первые слаймы мы сделали, а на второе я предлагаю вам сделать... Гигантский слайм. Ну, не совсем гигантский, но сделаем большой и будем добавлять туда, например, пену для бритья. Добавим. Это гель. Гель для бритья, окей, да, хорошо. Нет. Естественно, загуститель будем добавлять. И я предлагаю добавить вот такой яркий пластилин воздушный. Ну, соответственно, еще у нас будет много клея. Весь, может быть, мы не будем выливать, но сделаем достаточно большой. Еще можно чуть крема добавить. Да. Потому что вот это можно сделать слишком густым нам. Слушайте, а не маленькая ли у нас миска? Может, сделать побольше? Побольше. Так, ладно, значит, сейчас побольше возьмем. Наливайте сколько хотите. Ну, рассчитывайте на то, что здесь еще нужно добавлять много всего, поэтому смотрите, я чтобы добавлю... в миске уместилось. Половину, я думаю, что давай. Хватит. Да, добавляй. Есть головой. Я думаю, что нам хватит. Или еще? Вот так. Хватит. Хватит. А то как мы его будем замешивать? Через восстановление мы медленно... Оп, вот. Все. Следующее я предлагаю сюда налить гель для бритья. Никита нальет. Да. Окей? Давай, Никита. Я приготовлю большую ложку. Давай, Никита, наливай. Да. Давай. Давей. Все, начинай размешивать. Какая красота. Хватит. Но хватит, немножко, да, фиолетенькое. Но, по-моему, он зеленый. Какой-то. Бирюзовый. Бирюзовый. Все, Никит, хватит. Так, давай замешивай хорошенько. Он должен пенным становиться, такой в пену превращаться. Мы, короче, еще добавили сюда пены для бритья. И получилось просто совсем пена из клея. Да, пенный клей. Да.
как будто крем. Это как будто бы тесто для блинчиков, ты знаешь? Только синее. Для блинов, да. Смотрите, пена. Пена. Пена, такой клей. Звук. Такой глухой. Так, предлагаю теперь добавить немного крема. Мы сначала думали в конце, но можно и в начале чуть-чуть добавить. Так. Это будет гарантированно давать нам скажите, мягкость. Когда стоп. Она так красивая. Еще чуть-чуть. У нас же много. Все, хватит. Сердечко сделала. Так, какой цвет получится? Розовый и бирюзовый. И сиреневый. Должен быть видишь? Какой-то сиреневый, по идее. Сиреневый. Да? Видишь, какой красивый? Это cotton candy color. Угу. Ну, оно синее опять. О, это красивенький синий, такой легенький. Так, теперь мы добавим загуститель и только потом будем смешивать с вот этим куском. Я... По чуть-чуть давай, чтобы не испортить. Скажи мне, когда остановится. Нет, его надо смотреть. Может, все уже? Хватит. Еще чуть-чуть. Давай. Подлей, замешаем, вот. Посмотрим. Ой, прости, Никит. Такой... Ого, Ля, уже какой получился. Сейчас я... Что, уже трудно мешать? Держи нам. Я рукой тоже буду мешать. Давай. Послышь, какой противный звук. Чмок. Ой, слушай, он прям такой воздушный. Чувствуется, да. Что он такой пенный. Да. Это вот называется, по-моему, флаффи слайм. Да. Я не разбираюсь в их названиях. Мы просто делаем, как хотим, и все. Но вот этот вот воздушный такой слайм... Очень похоже на флаффи. Слушай, я первый раз вижу такой слайм огромный. Это крутая слизь. Запузырей оно становится такое блестящее. Бля, Соня помешала, она как мастер спорта по замешиванию этого. Ой, что она делает? Слушай, он воздушный, посмотрите, он какой он воздушный. Это что-то с чем-то, впервые такое вижу. Мои руки. Еще и липкий. Не пора ли добавить нам вот этого? Давай. Бросайте по кусочку. Соня, она будет замешивать. Ой, действительно. Я уже испачкала. Давай, просто закидывай, Никит. Закидывайте, Соня, она будет перемешивать. Хватит, это достаточно. Все, вот это положите, и все. И Соня сейчас будет это вмешивать, все. Пойдет вверх. О, уже краситель идет. Здесь так много маленьких кусочков, нужно замешивать их. Их надо много замешивать. Соня, если руки устанут, мне скажи. Соня после сегодняшнего видео будет очень сильная. Да. Видишь, как он красивый. Да, очень красиво получается. Это будет что-то с чем-то невероятное. Еще. Лизун. Розовый красивый. Смесь флаффи, смесь пластилина. Еще один большой. Должны их выходить. Ну, выглядит он так, как мороженое какое-то, да? Крутое. Да. Или как зефир какой-то. Красивый очень. Теперь уже мама взялась за мешать, потому что это трудно уже. Это теперь цвет, ну, как будто бы баблгам. Цвет баблгам. Баблгам. Кинь стал баблгам. Смотрите. О-о-о, это такая же вещь, которую я делала. Перчатки. Правда, только трудно мешать. Только они уже будут упругие более. Так, ну что, будем еще добавлять? Да. Чего добавить? Мы будем распределять. Смотрите, какой цвет. А звук? Да, цвет такой красивый. Ого! Видишь, он твердый становится такое. Такое тесто классное. Да? Хорошо. Смотри. Как вам такая конфетка? Это перчатка какая-то. Так, ну что, еще добавим последний пластилин или не будем? Давай сначала маленький кусочек. Он даже уже не видно, как он размешивается. Смотрите, какая резинка получилась. Классно. Если маленькие кусочки есть, я могу их надо размешивать. Может быть, мы на стол вывалим и на столе размешаем все? Давай, переворачивайте. О, он так выложился. Посмотрите, кусочки какие-то. Лиз, убери сначала эту штуковину. Мам. Давай. Крю, Лиз, растяни туда. Растягивайте. Ладно,
Да. Если положили вот это, он совсем стал бы жесткий. Да, каждый свой кусок нити. И потом пирог запечем. Легко отлипает. Класс. Испариться легко можно. Вау. Ребята, это самый крутой лизун, давай который я когда-либо еще видела. Смешивайте все вместе в одну кучу. Попробуем так делать. А послушайте, он глухой. Из-за того, что там пена, звук глухой делает. О, смотри, я пузырь сделала. Я хочу пузырь делать. Вы думаете, можно пузырь из него сделать? Пузыри! О, Оля, как он его тонкий сделал. Посмотрите. Пузырь. Никит, не лопай. Никит, он лопает. Никит, не лопай, не лопай. Он сдувается, ну, ничего. Давай, давай, давай. Раз, два, три. Не лопай! Не трогайте. Давай. Не трогай. Так, мы можем еще больше, оказывается, сделать, да? Да. Не трогай. Почему? Давай просто. Давай все лопнем. Нет. Крепко вот так делаем. Повторяйте вот этого. Я не знаю, как теперь Коля будет голову мыть. Коля, она стояла. Текучий. Смотри на мои руки. Лиз, Лиз, что ты делаешь? Это так круто! Я сейчас опять это сделаю, такую пленку. Ребята, если вам понравился вот этот наш слайм, то... Поставьте лайки! Лайк! Вот. Вот. Баблган. Смотрите, он нос закрыл себе. Смотри. Мы в шоке от того, какой у нас слайм получился. Нам очень нравится. Дорогие зрители, если вам понравился наш слайм, то... Поставьте лайки! Не лопай! И напишите в комментариях, какие бы вы хотели, чтобы мы сделали еще слаймы. И... На этом все.
Спасибо, что вы все это время были с нами. Да.